А это видео из серии Тараба-раба-раба, да, не берите это никогда. Смотрите, что происходит с теркой из фикс-прайса. Вполне возможно, вы этого не видите. Но здесь явная ржавчина. Да, вот так ее видно будет. Это при том, что я не использую какие-то дикие моющие средства, какие-то там супер-пупер, там, не знаю. Ржавчина присутствует везде. То есть по всему периметру терки. Вот у меня как бы вопрос к санитарно-эпидемиологическим службам. Вот это каким образом объясняется вот присутствие такого материала с нагрузкой пищевые, как бы, да, дела, при том, что менее чем за год, вот видите, ржавчина, это превращается вот в такое. То есть я взяла, попользовалась, ну, потому что, чтобы не быть голословной, и просто по всему периметру терки, по всему, при том, что она помылась в посудомоечной машине, при том, что она тут же просохла, то есть она не находилась в какой-то влаге, она не находилась в какой-то жиже, чтобы с материалом что-то начало происходить. Там, я не знаю, что это там, алюминий, железо, что это, почему она покрылась вся ржавчиной. Девочки, мальчики, поделитесь со своими знакомыми вот этой темой и завязывайте-ка покупать там эти терки. Причем я больше чем уверена, что терочки эти, они как-то изначально были даже покачественнее, а сейчас они как-то не очень. Пожалуйста, девочки, кто пользуется терками, напишите, сколько и в каком они у вас состоянии, как вы их там, не знаю, очищаете, моете, чистите и прочее. Поделитесь своими мыслями со своими друзьями. Она заржавела. Это нельзя использовать вместе с пищей. Вот такую терочку можно купить в магазине Находка всего за 35 рублей. Когда вы приобретаете такую терочку, у вас напрочь отпадает необходимость чеснокодавки. Я не могу использовать стандартные алюминиевые, потому что я мою все в посудомоечной машине, и она там темнеет и становится такой вот, которая крошится. А такое уже просто опасно использовать вместе с пищевыми продуктами. И тот пластмассовый жуткий пипец, который продавался в фикс-прайсе за 50 с лишним там рублей, где там отлетали ручки у людей. Ну, в общем, девочки, вот эта терочка в Находке стоит 35 рублей или 36, ну, в общем, какая-то такая цена. И вы знаете, она вот не портится, ничего, она не развалилась после первого же применения, она не развалилась после первого же мытья. Я мою ее в посудомоечной машине, она не ржавеет, она стоит всего 35 или 36 рублей. И, конечно же, я могу вам ее рекомендовать. Всем всего хорошего, пока!